준비해야 돼. 4-е занятие. И как вам нравится? Да, вообще я начинающий человек. В компьютере вообще ничего не понимаю. Для меня техника я на «вы», для меня это все очень сложно. Ну вот посоветовали мне пойти на эти курсы. Да, ну вот именно для таких начинающих людей, которые совсем ничего не понимают. У вас дома самого есть компьютер? Да, у нас есть компьютер, но практически дома никто им не занимается, дочь иногда только, техника. Вот вы и пошли на курсы, да, это ваша цель? Да, вот, я хочу научиться пользоваться компьютером, научиться хотя бы на уровне такого вот среднего пользователя. Для общения в интернете, для... Да, для общения в интернете, для общения с друзьями, для получения информации какой-то. Вы знаете, я так далеко как бы еще ничего такого для себя. Вот для меня самое главное сейчас получить азы. Вот научиться, потому что для меня это очень сложно, с техникой на «вы», и для меня, чтобы вот это все пройти, все этапы, я думаю, что пока еще заказывать ничего не могу. Что вы изучили? То, что, как говорится, не знал, как говорится, знания пополняют, потому что я немножко, как говорится, я его купил все месяц назад, ну, сам пока не разбираюсь, а здесь на занятиях просто-напросто, то есть открываю каждый день что-то новое. Я просто здесь, кроме уроков, еще общение, как говорится, не только в интернете, но общение также, как говорится, ну, как говорится, с друзьями туда-сюда. Получается, что это не просто компьютерный курс, а просто-напросто общение. Уже как само общение уже как-то более, ну, как раскрепощает человека и более, как говорится, ну, как удобно, что ли, то есть время провождения не просто сидеть за компьютером, не просто сидеть, как говорится, что-то изучать, но еще и общаться, то есть получать дополнительные, как говорится, общения и знания. Ну, выучили, во-первых, ну, как создавать документы, это выучили, как скачивать там мелодии, там, этот, скачивать картинки, ну, так вот. А сейчас уже мы изучаем этот, как... зарегистрироваться проще, как входить мне, как находить собеседника, как зарегистрировать, как отправлять сообщения, как читать их сообщения. Хорошо. То есть уже, как говорится, уже, то есть мы не только, как говорится, общаем в интернете, но и с друг другом общаемся, то есть получается как дружба. Но пока в социальной сети, ну, мне хочется, конечно, зайти, найти своих одноклассников, все, пока этого нет, но ближайшее, как говорится, занятие это будет. Просто-напросто я уже знаю, как почту заходить, все, как кого-то найти уже знаю. С какой целью начали ходить на курсы? Чтобы мне общаться в интернете. Да, у меня далеко есть в России родственники, есть в Средней Азии, поэтому я хочу с ними общаться, просто хочу сначала их найти, вот для этого я пошел на эти курсы, чтобы найти их.